Например, у нас пионерские отряды были, пионерский отряд из звеньев, там звено первое, второе, и как бы я командиром была звена, в пионерский лагерь ездила. Бегали, играли, книжечки читали. Культурно-массовые мероприятия, да, всегда были, конечно, стихи, сценки про Ленина, про партию, все это было когда-то. В лагерь ездили, в пионерские лагеря ездили, костры жгли. И тимуровские были, и были праздники, и были стенгазеты. Красный галстук и пионерский значок, а не новый телефон или планшет, были предметом гордости у советских подростков. Знает ли современное подрастающее поколение, кто такие пионеры? Те, кто собирают макулатуру, помогают людям, ну и добродетельностью занимаются. Лагерь пионеров, там специально форма, красные ленточки. Это ученики, которые учились в советское время и были в пионерской организации.